Михаил Вавилов родился в 1882 году. Русский советский живописец, баталист и педагог. Член Ленинградского союза советских художников. Народный художник РСФСР. В 1953 году действительный член СССР. Лауреат Сталинской премии первой степени. Один из основателей и представителей Ленинградской школы живописи. Умер Михаил Иванович Вавилов. В 1954 году похоронили его в Александро-Невской лавре.